поселок Санторин. Мы не только туда написали, мы на Кабмин написали, мы на губернатор. Возьми письма, почитай, я же стал. Я слышал, что вы говорили. Ну так вы говорите, никаких решений, никаких ответов вам пойти. Нет, не приходят. Вот, что это с вами? Поддержите нас, вы ходите с нами. А вот спросите, а что мы делаем в этом деле? Мэр второго дня сидит у губернатора в приемной, а зам губернатора Верийский сидит в Киеве на РНБО. Чтобы дали команду включить свет. Понимаешь, вот в чем вопрос. Если бы на уровне оказалось. Потому что сейчас, когда такая ситуация, приезжают сразу со станции. Я говорю, ребята, а где ваши сертификаты? А эти, кто может, они не могут сертификаты. У меня есть предложение. Я в Ранее не рынок все время без воды. Лето, начинается полив. У нас с водоканалом связываются. Ребята, нам хоть атмосферу наверх. На Белой горе надо 20 давить. Трубы не выдерживают, постоянно лопаются. Повышительный насос, конечно. Нет, верхнюю разводку. Проведите трубы наверх, пусть она самотеком идет. Кто им денег даст на это мероприятие? Я читаю в украинских новостях. Европа, Швейцария, 100 миллионов, 200 на Донбасс на помощь выделяют. Конкретно. А в день? На трубу денег? Нет. А что за эти деньги покупают? Покупается хлор. Покупается.